себя, еще в голове, блядь, компот какой-то. Хожу, еще раз тут, блядь, нажимаю. Что, Подмосковье-то заправляться, типа? И вот мы едем, короче, на дачу, вот с такой собачкой. Такая вот собачка. Он Мосин. Вот он, этот тип. Так, а где Антошка наш? Вон он идет вдалеке. Идет. А как приблизить, кстати? Ага, вот это. Ага, вон он, этот тип. Помаши ручкой! Вон он идет. Красавчик, мужчина. Заводи, поехали. Ой, ладно. Ой, пока все. Вот он идет. Оп. Я был. Так, собак боишься? Ну, ничего страшного, не бойся. Она много не откусит от тебя. Кусочек оставит. Так. Ну все, короче, мы поехали. Мы уезжаем. Посмотрите, как сидит Антошка, смотрите, он боится вот эту кошатину. Пес. Это пес. Это когда пес такой большой. Ну так, смотрите, зажался. Вот Антошку устало от поездки. Вот Вита заебанный пробками. А вот наш главный водитель, который заебался уже рулить. Вот, у меня руки, ноги. О, он пробудился! Вау! Смешно, я не знаю. Смотрите, на его пузо. Труселями. А там вон пиздец. Полный вот, пиздец. Дорогу, там что-то пиздец, там везде. Короче, везде пиздец. А вот он я. И пиздец. Пока все. Ой, мне такие классные. Человек, который... Вот этот человек, который нас везет уже, бля, 5 часов. Охуеть. Мы охуели просто. В течение 5 часов уже охренели. Уже все в говно пьяные, вот, блядь, люди охуели там, блядь. Что там, блядь? Там пиздец, короче. Сзади еще кто-то что-то, блядь, хуй помпешь. Матом не ругайся, в конце концов. Вдруг маме придет покажет. Ну, это вдруг мама покажет. Маме покажет. Реально такое, что я не могу понять, что где я, что я, почему. Из-за воздуха, наверное. Ну ладно, все. Конец. А вот мы и приехали. А вот мы и приехали к нашему столбику. И теперь мы уже почти дома. А вот он я. Вот и наши родственники там. Вон они там, красавцы. Строят что-то. Там строят новое. Обалдеть. Что-то там строят. Пришел, пришел, может. Ключи дай, ну крутые. Хорош, ты что, куда? Хорош, да? Мы вышли все, дружно. Вот она дача наша. Шам. Машинка тут. Вот мама она идет. Мы поставили нормально машину. Да. Нет, по-моему, плохо поставили. Это маленькая. Фокси идет. Вот он, Папаныч. Леша, я тебе сказал, что собаку брать. Она очень добрая и хорошая. Всем улыбочку. Всем улыбочку, да всем приветик. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Папа злодей, который кричит на бедняжку собачку. Ну-ка улыбнись, помахай ручкой. Ну, улыбнись ты, я приехал, ты меня должен любить. Вот тут мы, короче, ходим. Слушай, давайте часто. Ее на этот самый. Машину. Сказали машину. Пускай сидит в машине. Кричи. А побольше у него нету. Такс. Все, такс. Теперь я. Нет. Он что, Владимир, кстати, ищет? Который это в армии был? Не знаю. Телефон уж. Сука. Маша, ты сука, поняла? Оставь себе. Я стою собакой, блин. Ну, это же командир. Пойдем. Хуя тут озеро, блядь, это не озеро, это, ёпта, водохранилище какое-то. Ну да.
ты главное снимай. Нам побольше надо видео. Потом, Ёлка, газетку достает, ты это, снимаешь. Я не фотогеничен, да? Да я просто газету достаю, а он будет записывать. Аппарат записывается, так что ты зарядок. Да хит, не так почему. Хуяси, да, хуже, либо газетку покажу. Прикольно, да? Да. Ну, так, короче, два полные трубы. Труба, короче, была, там вообще так, мы все сидели на ней, короче. Валя, дали. Вообще красота, да? Помнишь, Михан? Я помню. Ну что, давай. Ну так а что? Нифига себе, тут даже песочка, ты как надо, смотри. Она купаться хочет. Сюда идет. Она сейчас тебе точно раскромсает. Ну а что, правильно? Фукс, иди сюда. Она в шашлыки идет, в воду лезет. Серьезно, подробно. Мей, давай сфоткаем вот этого урода с собак. Смотри, фотик достал. Кормить меньше надо, похуй. А слушай, он зарей халявный шашлык. Просто не доготовленный или что-то, может. А он может. Не, просто он, ребята. Он, скорее всего, упал просто. Упал, ну, да, Фокси, да, блядь, Фокси похуй, упал, не упал. Любимые вещи, блин. Смотри, она на природе одикеет. Я понял, в Москве. В Москве, вот, это вообще легенда. Согласен. Сходить, блядь, ни разу в жизни не было такого. Ребята, как вода? Обговорим. А? Обговорим. Ну да, давай. Да она сейчас, смотри, войдет. Не, вода, видимо, классная. Парни, смотри, купаются. Сегодня, блядь, не надо не пойдет. 30 апреля, ё-моё. Ох, какие какое? Люди. Какое? 30. Май первое. А мы как с Лешей вчера запили, так для меня до сих пор 30-е, и осталось. У вас сказал Фокси, да? Он в говно. Это Падрес, дядя Падрес. Смотри, пум! Он тоже приехал, он приехал. Мы тоже в баньку. Бля, вот это легкое, что здесь вот как-то не тогда, как это вообще так. Видел, да, себе? Да, вот как все начинается? На улице? Да, чтобы он отключал потом. Не, фоткать не надо, лучше снимать, конечно. Потом пригодится, посмотрим. Но сейчас не особо интересно. Да будем уже знать друг друга лет 10. Да нет, вечером, я думаю, даже 30 лет. Видите это? Когда-то мы, блядь, 15-20 лет, блядь, гуляли 23. А кстати, сколько тебе же лет? 22. Ну вот, а я всегда общаюсь. 23, вот-вот-вот. Скоро-скоро. Да-да, сейчас салатик приедет. Да. Ну ясно, давай еще звоним. Давай беги, скотина, беги. Хорошо, ладно. Я как раз завтра буду знать. Ну говори, что молчишь-то? Витя забыл ошейник. Витя забыл ошейник. Все. Ой, пиздец. Без комментариев. Учить тебя надо всему. Малолетку. А кто едет? А, понятно. Хорошо. Пиздец. Ну, чтобы все красиво было, да? Понятно. Ну, давайте завтра отзвоним. Автограф, да, поставлю. Кружки есть? Хорошо. Все, ты заебал. Михаил, ты хуя, так хорошо, ладно. Снимаешь, блин, без души, пойдем. Все, давай. Шея, блядь, и прокусишь.
А ты вот этой херней в это? Вот это у нее наружная сторона, да? Да, вот это. Ой, шубы внешняя. У нее. Фига себе. Ну и хоть бы что, у меня там вот это. И там ты вот этот поводок на эту фигню цепляешь, да? Ну, вот как бы эту херню одеваю, вот это цепляю, как бы. Ну, я понял. И вот это тоже как бы сюда. Ну вот эти хуни, короче, в нее впиваются. Да, ну вообще. И похеру. Охереть. Это мало помогает мне. Реально, блин, просто Маша хуй забила, мне реально жалко, как выкидывать ничего. А типа ты взял и что-то, муж к себе оставлю, реально. Ну, блядь, геморрой, прям собак такой, блядь. Ну, все совсем боятся. Ну что, прогулялся? Да, там ребят сидят. Хуй на тебя забили, да, там ребята? Там две девушки. Твоя компания. Ну что, заебал свина. Бедочки. Как мне это бесит, Михаил? Ты снимаешь без души? Надо тебя учить. Бис, нахер, ты бесит никто. Некто. Некто. Не надо мне, не так, надо. Ты пошел мне не надо. Куда подальше. Я тебе говорю, мне не надо. Но я тебе не дам. Ну, не надо. Ну и все. Даешь людям то, что они... Потому что вилки принесли, и все, оба от нас, да. Леша, да. Еще рот ты откроешь? Ты пойдешь, знаешь, куда? Пристали. Я больше никогда вот так. С тобой в жизни вот никуда я не с тобой пойду. На тарелочку кому? Тебе? Ну, что ты делаешь-то, папа? Тарелочку. Ничего не видишь ты? Ну, чего? Чего? Я убираю. На. Спасибо. На, кому? Спасибо большое. Слушай, что ты? Что за полет? Полет? Это дачный полет. Алло, Андрюх, привет. Да, это, я вот что звонил. Почему? Ну, я вот сидим отправил, вечером, отправил. Андрюх. Стол, надо было стол заснять вот. До этого. Да, я ну, сейчас это было как бы с друзьями на даче. Мы засняли. Засняли? Да, ну, в шатуре. Ты в шатуре живешь, да? А где именно ты живешь? Ну в самой шатуре-то он живет. Мы-то у нас тут дачный же поселок. Какой магазин? Магазин Дикси. Ну это, короче, в самой шатуре, в городе Шатуре. А, это в самой шатуре получается. Мы-то на дачных поселках же. Он же знает, там где Кервы, не доезжай до Кервы. Я как бы сейчас, погоди, где мы? Не доезжай до Кервы, короче, вот дачный пролет, вот эти поселки. Не доезжай до какого-то Кирова там. До Кервы, Кирова, Кирова. Да. Ну, он, наверное, знает, конечно. А? Да. Бизнес с ними. Да, кто, кстати, сейчас дохнет? Вот я не поняла, кого они попали. Опа. Что у вас здесь? Голода пьяная. Они в женщину попадут, а там она какую-то роль играет, я уже не помню какую, но что-то там вообще получится так-то, что типа и они в принципе не виноваты, а там ихнего отца, короче, за это дело так простебают, просто нереально как. А, нет, подожди, слушай, блин, я не помню. Но вроде бы вот эту женщину они должны попасть. Или нет? Это, наверное, еще не показали. Там еще не показали, что они в кого-то попали. А, они просто ну стреляли. Может быть показывали, да, типа, а потом время какое-то назад. А сейчас показывают всю суть фильма, типа того. Брэд Питт, зараза, снимается. Да, да. Фильм, видимо, стоящий. Ну, ему сколько денег надо дать, чтобы он снялся? Ну, весь фильм тащит, кстати. Брэд Питт, он... Весь фильм, короче, тащит. Красавец. Ты будешь играть?
Фу, Фокс, я сказал. Да вряд ли подойдет. Надоело ты мне уже, блин. А как он дома себя ведет? Дом нормальный. Смотри, короче, аккумулятор. Так, мама, это говорит то, что не приставай ко мне. Випальд тебя-то убил, подровнял. И тут Савельич как нахер меня не убил. Леш, а ты в следующий раз на пенек вместо руки голову положи и промахнись. Не трогайте вы. Ну чего ко мне пристали все дружно, ё-мо, Микита? Что тут говорить не надо? Ой, бля. Не надо, спасибо, что не хочется. Потому что тогда еще не хотел. Хел, как всегда, хуй. Размах больше нужен. Я с разбегу так разбегайся и в прыжке хлопайся. Блин, он с тобой еще вот так с размаху. Вот так вот. Ну что, тренируйся. Сил. Наверное, я, блин, может, раз в жизни не рубил. Народу столько встретить. Деревни, мужики, рубят лес. О! Заснял это? Че, их еще надо на две части? Да. Ну тут можно... Ах ты, сука. А что ты колонн не возьмешь? Тяжело, да ничего хуя, ну тяжело. Тяжело. Бля, я не могу прям это настроиться. Ну. Бля, сука. Я еще точно разъеб. Так, Марк, ты что там рассказал? Сейчас как неудачно я.
там сыро. Он не разбил ничего, ёп. Не, нихуя ничего. О, спасибо, Миша. Да, сука, ты же засел. Да отпусти бы там, глубоко, блядь. Отпусти ее. Ее надо отпустить, она там живет. Пускай побегает. Серег, купаться идем? Пойдем? Да. Идем. Я не полезу, ну его нахер. Вперед! Серёг, брали меня. Она холодная уже. Вперед! Серёга! Честно тебе скажу, если ты не хочешь, то это мы ж были. Вперед! Я просто опять забуду. Давай! Лёха, я Лёха, его видел. Я просто без обыкновения, конечно. Дай открою. Жарит хорошо. Дай открою. Я не могу, думаю, как давай, зубами. Серый! Ага! Ага! Меня не трогай. Спасибо тебе. Уйдем купаться. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Вообще спасибо. Ладно, я вспомнил жизнь. Вспомнил это. Серега классный. Веселый. Антон классный. Он веселый. Серега, не нужна. Ну-ка, дай-ка мне сюда. Серег. Ты скрепче еще. О, есть, налили в эту дуню. А давай нам всех тоже. Я тоже бы не отказался. Не, давай, Серега первым. Губас пойдешь? Катюш, ну, значит, не пей. Сереж, Катюш, ну, там что, на что? Что мне дал на рейд? А я гляжу по тебе! Давай, пойдем, 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 пойдем. Да ты не спрашивай. Катюш, Катюш, ну нормально. После баньки зашибись, наверное, дай сюда сбежать. После баньки отпустите. Вот я так думаю. Девочки. Пойдем купаться, Серега. Давай уже, ныряй. Боль идет. Пошли с нами. Я не пойду. Я тебя в баню, я не пойду. А давайте, короче, втроем забежим. Стойте, сейчас. Блин, тот чувак зайти может пойти. Опа! Пошел. Ну что, почаяли, Серёг? Она холодная, сука. Она холодная. Да погнали купаться! После баньки заеб... Ну еще в баньку, Серёге! Серёг, плывём? Нормально? Серёг, плывём? Страмая! Ты пойдешь со мной? Не-не-не. Пойдем так. Марина, а что делать? Сидеть?
футболка новая, супер. Сделаем сюда грязное дело в конце концов. Да. Надо идти, надо идти. Михаил, давай, ёпта. Мы идем! Клади камеру сюда и все, пойдем. Иди, иди! Давай, давай! Вперед! Михаил, давай. Давай пиво сначала вымажем. Ну как надо, чтобы блять, не просто так. Слышь, что это? Давай. Измученные лица, да не помню. Наверняка я тебе не охуел, что скоро. Побежали. Давай, 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 камеру клади сюда. Все, погнали. Михаил. Не идет. Ой, красавца! Опа! Давай, давай, давай! Щипай, не жим у меня щипай. Я тебя щипать хочу. Слышь? Сильно, сильно. Ладно, сильно. 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 Святое дело. Нефть, пора, сука. Я хорошо глотнул. Вперед! Поехали в баню. А холодно, потому что... В баню! Да! Фотоаппарат был. Пошли все в баню! Бля, машин должен быть реально. Бля, вот я. Да не, не, он здесь был. Мишаня! Ми! Бля, еще одеться же надо. Стараюсь. Да, давай, Серёга. Серёга, фу! Витёк! Где фонарик? Бля, сейчас промокнет жопа. Он уже промокнет жопу. Окси.
нормально себя веди, Лёха. Собака задыхается. Слушай, не задыхайся, он просто играется. Ну, смотри. Сейчас он не играется. Ну, конечно. Ну, чё, мы идём? Где он там? Пойдем. Эй! А туда? Назвали. Дай нам выпить. Я пью, хлебок. Алексей, все выпьем. Вот. Теперь Серёге нам сюда. Пакеты охуенный класс. Я не знаю. Алёша знает, с кем дружить. Правильно? Да. Скажи честно, какой человек? Охуенный пиздец. Мы идем туда. И охуенные люди идут вперед туда. Алёша тоже. Дело прям съемка? Серьезно. Он просто не видит. Он просто не видит. Мы с Лехой, короче, такие кореша тоже. Хоть мы и знакомы, нихуя. Ну, да. Но мы же кореши. Кончится Лены! А я гляжу! Вот тебе болта с водкой! Не, лежу. Посвети, по-моему. Сейчас я подкину гроб. Ребята, будет жарить, что пока на фото не пробьет, снимайте другую. Бля, топали, да? Выйди прям со стеклом. Да. Титанилы топали. Я волосы. Прикрой дверь, Лёш. Не, сейчас, подожди секунду. Все зачесалось, пиздец. Знаешь, хорошо. Ай-яй, горячо, горячо. Блядь, ну просто, блядь, так хорошо жжёт. Зебал, да, эту. На лампочку, я не могу заходить. Мишка, на... сюда закрывай дверь, а то выдуваешь весь дым. Банка вся горячая, Миха, возьми её, кстати, пустая. Давай выходи нахуй, блядь, быстрее, быстрее, быстрее. Миш, заходи давай сюда уже, в конце концов. Горячая, блядь. А то выходит весь. Конечно, весь давай. Наш это. Наш весь. Да, думаю. Чё, мы это как его там? Мы бачки. Только что из баньки. Вот как надо отдыхать, ребята. Учитесь нас. Не давай, давай, залезай, блин. Скромность твоя, блин. Будешь подыхать, вылезешь. Чё? Не, в баню. Баня закрыта, что ли? Не мешай. Не выбраться, блин. Давай, Михаил, сейчас охуенно. Охрененно, я бы даже сказал. Пойдем, бля, пока там не потушу. Холодная сидушка. Класс. Сейчас бы в водичку, да? Вот это вообще было вообще супер. Вообще охерительно. Ух. Блин, у меня пота, как сзади. Как там его? Алёша? Алёша. Если есть от компании, не ссы. Будешь подыхать, вылезешь и все, выйдешь. Тогда вместе будем. Давай, Михаил. Нас снимать, вырубай. Нет.